Всем привет, канал Аградвиж с вами. Сейчас я нахожусь на поле капельного орошения. Растет лук. И просто сейчас, вот вечернее время, 7:30. Очень красивый вид. Закат сейчас. Покажу, видно будет. Наверное, солнце не покажет. Да, вот солнце садится уже. Такое все очень красивое. Так. Валера, ты что, едешь на велосипеде? Как ты перед камнем ездишь? Like a boss. Oh, yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Валера. Валеры нет невозможных маршрутов. Валеры, как у Тойоты, есть направление. Сейчас я обхожу поле. Проверяю, как, в каком состоянии растения. Вот, можно посмотреть. Это у нас тут лук растет. Вот уже он. На завершающем этапе своего развития остаются считанные подкормки. И необходимо правильно их скорректировать, чтобы было больше упор на калий сейчас. Вот видно наше растение. Высота. У нас поле лука площадью 65 гектар, разбито на 5 поливных линий. За каждую линию отвечает один человек. И вот сейчас, чтобы, ну, когда уже настроена система полива, те, кто отвечают за свои линии, для поддержания порядка линий, удаляют большие сорняки, которые там, ну, возвышаются над растениями лука. При закате их очень хорошо видно. Такие более темные. Тень отбрасывают. Днем они не так заметны, а вот на рассвете и на закате их сильно видно. Вот наша система полива. Здесь выходит с почвы, с земли, такой тройник. И вот сейчас у нас клетка. Выходит у нас, сюда льется эта сторона, вся у нас поливается. Один такой клапан обеспечивает 3,3 гектара лука водой за один полив. Здесь видно, что лук уже начинает кое-где ложиться. Он уже налился. Вот можно вырвать и посмотреть. Вот. Да и подряд. Это лук, который... Не могу поймать фокус, но... То есть, такие растения имеем. Идет уборка сорняков, чтобы поддерживать свои линии, полосы в чистоте и порядке. Только что я заехал на фильтростанцию, спросил, сделали ли свои клетки, свои линии, на что получил неуверенный ответ. И смотрю, что ребята, кто должен быть на своих рабочих местах, кинулись резко наводить порядки. Это означает, что они очень ответственны, все время делают и стремятся поддерживать в чистоте свои линии, свои клетки. Какой красивый закат. Вон Андрюха удаляет сорняки. Музыка играет.
Собака лает, караван идет. Вот опять наша система полива. Управляется от антенна. Управляется с помощью компьютера, с помощью Wi-Fi. Солнечная батарея, автономное обеспечение. Провода уходят к тензиометрам. Там он виднеется, вот это вот у нас здание. Это фильтростанция. И там находится головной мозг, компьютер, который управляет поливом всего этого поля. Вот, все, что здесь тут есть, управляется с помощью компьютера. Вот у нас идет полив. Полив, закат. Состояние лука. Вот здесь видно, что один ряд, где было немножко хуже перекрытие, и вырвался сорняк немножко вперед в росте и развитии. Там далее видно. А так поле, в принципе, чистое. Макс, как дела? А? Как дела? Руки все поколол. Почему? Потому что люди я кирвал, и тут все попропускал. Ну, вырвано, но оно... Вот у нас одна из поливных линий. И на каждый человек, который отвечает за эту поливную линию. Там далее еще есть. И так на каждый человек, который поддерживает в исправности линию, в работоспособности и в чистоте. Так, что уже темно, нарвали. Так, лук, который уже что самое примечательное, поле вот по периметру, по всему сюда вот так вдоль с того края, ну и здесь также трипс есть, проводим работки, он есть, который погиб, есть, который новый, но все время присутствует трипс. А вот середина, где сейчас я нахожусь, именно в центре поля, 1-2 трипса на одно растение. То есть чаще всего вообще нету. То есть полей, когда зерновые убрали, оттуда залетает трипс. Все-таки химия сдерживает, но популяция такая его большая, что он успевает погибать и прилетать новый. Полив идет. Длина ряда 130 метров. Капельная лента 0,6 литра через 20 сантиметров. Какое сегодня число? 26. А лук на 26 июля 2019 года. Длина ряда от с этого начала туда вот в край, где стоит моя машина, он по центру, он белеет, это она 300 км. Все, закат, солнце спряталось, пора и нам выходить. Всем до свидания, это был канал Агродвиж, и я его ведущий, Атажанов Тимур. Всем удачи!